Бойцам подразделений специального назначения. Тесто первый, я на месте, круто пошла. Тесто второй, понял тебя. Прикрывай, начинаю работу. Специалисты, мастера своего дела, действуют уверенно, безошибочно и смело, днем или ночью. Если вдруг пришла беда, они всегда к бою готовы, и любой знает, когда автомат в твоих руках, на твоем теле броня, то твои банки, поверь, тут не решает ни рубля. У тебя бабла навалом, в гараже люксовый Порш, но какая им цена, если выполнить не сможешь задачу боевую, где придется попотеть, чтобы результат на максимум и минимум потерь. Когда сто пудов уверен, что свои прикроют спину, будут с тобой до конца и в бою точно не кинут. У них тоже есть родные, близкие, семья, но они идут вперед, повторяя, кто если не я, кто если не мы, решит все эти проблемы. Здесь только такие парни, и таким нету замены. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискует своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Ты их лицо даже не знаешь, тех, кто за тебя воюет, пока ты прожигаешь жизнь беззаботную свою. А они всегда в строю, кровью и потом добиваются победы свои молодые годы. Отдают командировкам, где боев горит пожар, свои силы не жалеют на опасных рубежах. От таких лучше бежать, если ты не за добро. Они плохих ребят находят очень быстро и легко. С приглашения в окно залетают целые группы от боевиков, оставляя горы трупов. С ними лучше не шутить, на их лицах нет улыбки. Черные маски шлема, за забралом глаз не видно. Ищут тысячи убитых и задержанных бандитов. Огромный опыт спецопераций и локальных битв. Щит имей страны, надежная защита. Это спецназ, это элита. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. Жизнью в любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Парни будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Силы специальных операций – войска, предназначенные для достижения политических и экономических целей в любой географической точке мира, представляющей интерес для Российской Федерации. Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руке гранату и готов был взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все настоящие мужики, храбрые как львы. Это те, кто под огнем снова рискует своей жизнью. Всем, кто защищал и продолжает защищать свою страну.
Потасканы жизнью, не зная ласки. Их лица выточены, словно каменные маски. Железная воля, кованый металл. Характер закален, хлеще, чем стальной кинжал. В жестоких условиях, без всякой пощады. Суровые спартанцы, им роскоши не надо. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Стоять брат за брата в борьбе с общим врагом. Жалость противнику им не знакома. Храбро сражаться, как учили отцы. Ничего не страшаться, бравые бойцы. Парни будто бы и стали без предательства и лжи. Своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Отважные воины, непобедимые. Славные богатыри с неведомой силой. Готовые в любое время, в любом месте. Любую выполнить задачу с достоинством и честью. Эти пацаны настоящие герои. Готовые биться до последней капли крови. И если так случится, что придется умирать, они исполнят свой долг. Работайте, братья. Эти пацаны настоящие герои. Готовые биться до последней капли крови. И если так случится, что придется умирать, они исполнят свой долг. Работайте, братья. Это профессионалы высшего разряда, кто задачи выполняет не ради награды, а ради страны, своей родной отчизны. Уничтожая противника, рискуют своей жизнью. Сжигая свои нервы, забыв про слово страх. Прикрывая друг друга, воюют в городах. Высоко в горах, в лесах или пустынях. Встречаются с таким, что кровь в жилах стынет. А получив ранение, превознемогая боль, из последних сил продолжают вести бой. Стрельба над головой и снарядов разрывы. А они прут напролом, пока еще живы. И что другие жили, жертвуют собой. Но, к сожалению, не каждый возвращается домой. Эти пацаны настоящие герои. Готовые биться до последней капли крови. И если так случится, что придется умирать, они исполнят свой долг. Работайте, братья. Эти пацаны настоящие герои. Готовые биться до последней капли крови. И если так случится, что придется умирать, они исполнят свой долг. Работайте, братья. Работайте, братья.